Так, ребят, влетаем. На вторую карту этого замечательного Best of 3 Насер против коллектива Джиджи Хао. Это выбор уже вторых. Выбор израильской команды. Агрессия тут идет от Насер в сторону мида. Искрек забрал Бибу, Алмазер отвечает по двоим. Алмазера прикрывает еще и ремайнд. Падает метал и последний Блю Феникс. 1 в 4. Падает. 1-0, Насер. Впереди. Отличная работа. Вот, ребят. Так, это форс от атаки. Давкос уже находит проплиха. Замечательный энтрифраг. Но реалайз просто летает, делает энтри. Делает рефраг. Но тут Давкос на месте. Делает уже второй минус в этом раунде. Тем временем на остается один единственный ремайн, который находится близко к своим оппонентам. Ремайн замечает одного. Ой-ой-ой, небрежно открылся против остальных. Падает. Ну и Бибу вместе с Алмазером вдвоем. Все втроем находятся в пленте. Игроки команды Джиджи Хао. Ну и посмотрим, как попытаются выбить эту бомбу ребята из Насер. Бибу видит фейскрека, его забирает. Забирает это в коста. Ой-ой-ой, Алмазер минус по море. Еще и в яме. Это выигранный раунд коллективом Насер. Тот раунд, который, по идее, выигрываться не должен был. Так вот. Так, ну врыв на банан, тут, кстати, от Джиджи Хао не стали, вновь таки они делать форс. Так и в прошлом, кстати. Как и на прошлой карте, они проиграли пистолетку. Они сделали форс, они довольно много игроков убили. Поставили бомбу. Ой-ой-ой, какая же флешка от Блю Феникса. Да, реально, им даже сейчас... И не надо было делать бай, они сейчас выиграют экономический. Хорош Бибу. Выкинул ган свой и не может теперь найти вообще никакой. М-ка тут. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот ты, конечно, Бибу. Mm-hmm.
Такс. Ну, бай в ноль уже от Насар. Скинули ремайнду. Так, 9-й. Будет он с ним играть. Металл, минус по бигу. Активно играют, на самом деле, тут Джихао. Довольно. Реалайз, минус море. Ну и Феникс вместе с Фейскраком вдвоем. Реалайзыч. Ой-ой-ой, так-то они сейчас перевернут этот раунд. 4-2 была ситуация. Китов нету у проплиха и ремайнда. Мне вот интересно, были ли они где-то здесь. Так, да, вот киты валяются, но для начала их надо подобрать. То есть ретейкать желательно через церковь. Ага, ну, Блю Феникса не пройдут никак. Вообще, это 4-2. 4-2 проигранный раунд коллективом Насар. Сейчас надо делать экономический. И посмотрите просто на деньги коллектива Джиджихао. Сначала для них невероятно привлекательное. Так, ну вроде без проблем тут. Разбираются со своими оппонентами. Ребята из атаки. Да, 5-0. Ну, поехали, байраунд, хоть и не лучший. Фармилка от Алмазера. Фамас от Бибу. 2. Кольта от Риманда и Проплиха, и Авик от Реалайза. То есть 2, то и 3 раунда подряд надо брать Насрам, чтобы отправить экономику Джихау на ресет. Там уже и бонус будет неплохой. Ну, короче, сложно, сложно. Сложно будет ребятам. И с Насар тут возвращаться. Реалайз, минус метал. Энтрифраг есть для Насар. Мне вот интересно, какие точнее коэффициенты предлагают букмекерские конторы. Ну, давайте посмотрим уже после этого раунда, потому что тут у нас развязываются ой-ой-ой. Действия под бэплантом. И просто со спины пришел Блю Феникс. Бедный проплих 1 в 3 тут сейчас будет воевать. Его тут забирают. И 2 в 3 вновь-таки на бэпланте. Насар обязан их тейкать. Да, не лучшая ситуация. Очевидно для Насар. Это 4-й раунд будет для Джиджихао. Реалайзу надо уходить на сейф АВП.
Вот так вот. Реалайз. Щелкает одного. Давай фейскрэк. Его забирает, не дает отсейвить АВП. Важный минус. 4-2. Там уже по 10 тысяч у ребят. Джихао. Вот это да. Ремайнд. Минус метал. Ну, пистолетики, фарминка и маленькое количество гранат. Так, что тут реалайз сделал, я не понял. Зачем было идти под этот смог? Ну да ладно. Все еще 4 в 4. Молик на лонгерлмайзером откидывается. Под аплент буду заходить Джихао, а там, кстати, 3 игрока. Этих троих надо пройти для начала. Просто влетает. Ой-ой-ой, два фрага от проклятого ремайта. Есть еще один, кстати, в пленте. Это алмазер. Алмазер должен тут делать грязь. Алмазер видит дафкоста, его забирает. Это плюс АВП. Блюфеникс последний. Блюфеникс. 10 секунд на таймере. Вдвоем надо добирать его. Он забирает алмазера. Бибу. 1-1. Ой, зафейковал так как... Бибу мог просто запушить, убить, но решил фейкануть и раунд проиграл. Все-таки 5-2, клатч 1 в 2 от Блю Феникса, браво, и ставится пауза, вероятно, коллективом Насер. Вот так вот. Ну, по факту, да. Все раунды они в большинстве реально проиграли. Выиграли один в меньшинстве, выиграли два в меньшинстве и проиграли все в большинстве. Ну, это парадоксальная игра какая-то. Бывает. 5-2. 5-2 счет. Но если сейчас этот не берут Насер, то, наверное, уже можно готовиться на третью карту. Поэтому надо сейчас браться и показывать, что вы достойны тут побеждать. То есть первую карту выиграли, конечно, за дефенс, а тут за дефенс провалище. Ну, не провалище, но несколько байраундов обидных они проиграли. Из-за этого разбафили такую экономику своим оппонентам, что теперь надо брать серию. Надо брать серию. Мы знаем, серии легко не даются никому. Реалайз забирает металла, но все-таки большинство для Насер.
Ой, ремайнд. Что-то да, такое себе. Два в планте, у проплиха 10 хп. Проплиха, я думаю, сейчас пройду, да, его забираю. Забирают еще и реалайз, времени, время есть. А, Насер вынуждены сейвить. Это, друзья, шестой раунд для GG Хао. Вот так вот. И вновь-таки большинство было в моменте. Обидно, конечно, Насрам. Ну, полетели. Бай в ноль. Да, Насер вновь таким. Агрессия. Вот ремайда в соло без ничего. Погибает. Хаешками взрывают проплиха. Ладно, заворачивайте нам уже третью карту. Я... Все матчи, которые я комментировал на этих квалах, ну, ни одного не было, где было две карты. То есть всюду три карты, всюду три. Реалайз, забрал Блю Феникса. Ну, подловил тут Металломайзера. Падает Реалайз от Мора, ну и последний Бибу, 50 долларов у него на руках, эмочка. Есть, надо сейвить, денег на следующий раунд нет. Но, в принципе, реалайз и проплих могли бы закупиться. Но я, не, да, я даже не знаю, что тут делать по Насрам. Но 2-0 вели, всем подряд уже отдают за дефенс. Это очень плохо, это очень плохо. Ставится еще одна пауза. Да, друзья, 7-2. Неприятная ситуация. Ну, ой, полубай. F7 Алмазер купил себе, Realize приобрел Дигл, две фармилки от Ремайда и Проплиха, ну и сейвенный Кольт от Бибо. Очень нелегко, мне кажется, будет тут сейчас коллективу Насер в этом раунде, да в принципе как и на этой карте. Но такие баи в основном и переламывают ход игры. Тут довольно интересно. Выход на А.
А тут 4 игрока. Взорвали реалайзер. Оу. Уф. Да, я вспомнил. Джиджи Хао — это же ураган. Это просто ураганище на Апленте. Я это вспомнил. Вспомнил с матча JPB. Они просто несутся. Они просто несутся. Ну, им абсолютно все равно на Б. Если нас рассмотрели демки, ну, то есть они понимают, что основная атака идет, ну, в 90% случаев на Апленте. Такое бывает. Вообще ничего не могут сделать с этим ребятам. Я не знаю, в пятером надо стакать. Ну или в четвером хотя бы. Потому что в противном случае no chance. Ну поехали. Первая половина уже проиграна командой Насер. Пишите что-то в чатик, ребята. Хочется мне с вами пообщаться. Потому что игра мне супер развлекательная, сами понимаете. Такое ощущение, что я сам с собой разговариваю сейчас, поэтому давайте пишите. Будем общаться. Ну, очень неплохо поработали гранатами команда Насер. Там по здоровью беда у Джиджи Хао. И такая же, в принципе, беда и у Проплиха. Вот у остальных все неплохо. Так, о, неужели не на А идут? Неужели они идут на Б? Реалайз готов с АВП работать по море. Блин, в эту позицию сюда флешка влетает. Ты уверен, что ты хочешь так стоять? Так, ну мор... Да, он пикнул до флешки. Блин, Феникс просто за влака забрал ремайндер. Выход на Б. Блин, как же плохо играют Насер за КТ на Инферно. Ну вот, реалайз, да? Условный даже тот, кто сделал фраг в этом раунде. Ну, я не знаю. Стоять вот тут? Стоять вот тут, с АВП. Ну, после выстрела, да? Ты либо промазал, окей, либо убил. Но потом, куда тебе отходить с этой позиции? Ну, некуда. Это 9-2. Ну вот, ты дал фраг. Тебе влетела флешка. Ты ничего не видишь. Ну, то есть, куда ближе всех тебе отойти? Спрятаться вот за эту штуку? Так тебя там за секунду заберут. Но отходить очень долго. Вот ты стоишь с АВП. Как, блин, вниз опуститься? Сложный обсервинг этот. Ты стоишь вот так вот. Забираешь одного. Тебе бежать, ну, как минимум, тут 2,5 секунды. За это время тебя, понятно, настигнут и убьют. То есть, как говорил Никиндер, то есть всегда надо думать наперед, то есть ты занимаешь какую-то позицию, да? Много кто думает, ну вот, как бы ему дать фраг, да? А хороший игрок-то как думает? Как дать фраг и отойти и не умереть? Вот сейчас Realize об этом не подумал. Он погиб, он... Ну, у него АВП. У него девайс, который, в принципе, может в соло выигрывать раунды. Но сделал ошибку. Занял неправильную позицию и... Ага.
Ну вот, когда такое залетает, а тут к Калмазеру даже претензий нет. Просто залетело в голову несколько раз. Вот, тут уж ничего не поделаешь против такого. Вот, и вероятнее всего, ребят, это уже будет третья карта. Вертига. Тут, конечно, борются насры, но очень им трудно даются все раунды. Металл минус Бибу. Ну и Мор забирает ремайда. Такие пироги. Так, летим далее. По какой причине КС на украинском, а говорят по-русски? Ну, по такой причине, что я из Украины, и мне приятнее смотреть на КС на украинском. Плюс я 99, 90, ладно, 5% матчей комментирую на украинском языке, поэтому то, что сейчас на русском, это такая небольшая маленькая акция, скажем так. Отрицательное комментирование на украинском. Вот. Салмазер. Важная позиция. Делает фраг. Важно пожить ему здесь. Но Довкос просто летит, забирает Алмазера, бэплен занят. Но бомбу предстоит еще принести. Ну я стримлю по-русски, а что тебе непонятно-то на экране? Реалайз. Клатча опять. Одиннадцатый. Одиннадцатый. Одиннадцать два.
Но ты заходишь на, как ты говоришь, русскоязычный канал, да, и диктуешь свои правила. Ну, то есть ты можешь пойти на англоязычный, там есть еще две параллельных трансляции, вот. И это твои проблемы, если ты что-то не можешь понять на экране. Тебе не надо это понимать. Едем дальше. Мор забирает алмазера. То есть чел хочет, ну, чтобы я просто вышел с КС, открыл Steam, выбрал там украинский язык, точнее, русский язык, и перезашел, да, и потерял 3 минуты чисто, чтобы поменять язык КС-ки. На. Кринж. Remind Realize вдвоем. Видите, как воротит, а? От украинского чего-либо. Нечисть. Что она аж готова тут концерты устраивать, лишь бы ничего украинского не было. Двенадцать два, да, конечно. Сценарий один и тот же. Команда выигрывает свой пик, и потом в салат проигрывает вторую карту. Просто в салатище. 2-0, 2-1, 2-12 счет. Забавно. Выигрывают просто дуэли команды DigiHow тут. Даже и нечего говорить. Даже этот фраг дает дефкост. Да, очень мощно, очень жестко. Да в кост забрал ремайнда. Останавливается бомба металлом, ну и реалайз последний. Это last round, нет смысла ничего сейвить. Кроме своей статистики, разумеется. Реалайз забирает да в коста, берет фамас, делает еще фраг. Ну что ж. Можно официально говорить nice try. Потому что этот раунд ему уже, к сожалению, не выиграть. 2-13. 13 раундов подряд проигрывает коллектив NASA. Вот так вот. Быстренько у нас тут, однако, игра проходит. Но у нас традиционный минутный перерыв между пистолетками. Ага. Команды, я так понял, уже хотят добегать просто, и никакого перерыва не будет. У нас пистолетный раунд. Смотрим Насер за атаку. Двадцать два и пять больше. Это надо с Насером 7 раундов взять. Если я правильно посчитал. Да.
Правильно. Но для начала надо взять пистолетку. И первый бай, я думаю, твоя ставка зайдет. Так, фейскрэк. Воюет как тигр, как лев, как... Просто царь зверей, но... Его все-таки здесь дотыкали. Перед этим проклик забрал Довкоста и Мора. Ну, еще 5. Ну, то есть надо, чтобы счет был 16-7. Да, я знаю. Надо, чтобы на табло Насер было 7, и тогда ставка твоя заходит. Ну, да, еще 5. Алмазер делает завершающий фраг в этом раунде. Алмазер вместе с Проклихом в соло сделали пистолетку здесь для своей команды. Но это только пистолетка. Так, ну форс от Джиджи Хао. Важно его не проиграть. Коллективу Насер в первую очередь. Ой, 4 в 3. Меньшинство для Насер. Минута на таймере. На Б-планте остается Блю Феникс. Феникс забирает одного. 4 в 2 ситуация. Проплих минус под Довкост. Надо забирать Феникса тут в танке, да. Этим и занимается Реалайз. Ой, метал тут. Ну, допикался на самом деле. Помер. Бывает. Теперь 1-2 для Мора. Нет китов у него, кстати. Ныряет смог проплях. Есть информация. И Реалайз забирает. Тут Мора 4 в 2. Забрали этот нелегкий раунд коллектив Насер. Сейчас будет экономический от Джиджи Хао. И возможно выход будет на 5-й. Для ребят из Насер. Вот такие вот приколы. Ставится пауза. Полетели экономически от Джиджи Хао. Выход на 5-й должен организовываться коллективом Насер. Такс.
Первый контакт находит игрок команды Насер Алмазер. Фейскрэк забирает ремайнда. Ну и выход под Бплэн, там будет три игрока в ближайшее время. Реалай забирает Мора, Дафкос падает. Феникса задетектили. Ну, все три красных игрока. Вот Джуджи Хао. Это пятый, стопроцентный для нас. Феникс, конечно, красиво дал фраг по Алмазеру, но я думаю, это сильно не поможет. Джуджи Хао. Ну, хотя экономику выбить, почему, это всегда позитивно. Нас 5. Там параллельно, кстати, играют G2 Vitality. Хукси играет 11 на 16. Неплохо, я считаю, неплохой рейтинг. Это вам не 2 килла. И не один. Правда, 39 АДР, но не важно. Так. Металл, фраг по Бибу. Ой-ой-ой, Феникс задетектил еще и проплиха, но мне кажется, тут песенка. Все-таки команды Насер уже испета. 5 в 2. Денег на следующий раунд немного. Пишешь 2 раунда Насера, мы настроение в плюс. Да, не хочу тебя огорчать, дружище, но этих двух раундов может и не быть. Флосбонуса нет. Деньги будут только у проплиха. Так. Нормально тут прошлись по банану. Но все-таки, кстати, могут взять два раунда еще. Насры. Если Джихао будут так относиться к концовке этой карты. Ну, тут шестой. Тут шестой, и по деньгам не все так круто у Джихао. Можно бы по-хорошему вообще сделать эко. Вот бонус есть, какие-то пистолетики, может фармган, да в косту купить какой-то. Но это экономически.
Да не надо, спасибо, Тревор. Спасибо, не надо. Бункера команда в истории, они все-таки выиграли Иллюминар, да? Да, они выиграли Иллюминар, браво. Ребята едут на РМР. Круто. Круто, круто. Твисти, привет, привет, Твисти. Здоров, Буф. Фискрэк. Минус ремайнд. Бибо отвечает по мору. Но главное не залить пистолетом, и все будет в порядке. Феникс. Минус проплех. Ну, они реально сейчас зальют пистолетом. Да. Ну или нет? А, ну да, бомба выбита. Все, они залили пистолетом. РМР, РМР на лане. РМР на лане. У Мальти. Там не самому назвично російською коментувати. Я вже думаю українською. Ну, да, ладно. Сейчас важно взять, как говорится, этот раунд, чтобы кто-то выиграл ставку. Блю Феникс. Забирает еще ремайнда, ну, 5 в 3. Вот такое. Ну, да, камера у нас ломается. Прими мои соболезнования. Как говорится, 5 в 2. Тут уже не выиграть, к сожалению. Мор забирает проплеха и реалайз отлетает. Это 16-6. ГГ на второй карте. У нас будет третья, поэтому минут через 15 мы влетаем на десайдер. Никуда далеко не расходитесь. Скоро вернемся. I need the girls with their nails done.